Играй бесплатно. Ссылка в описании. Мгаши империи. Древние цивилизации, чье могущество было утеряно в потоках времени. Всем хорошего дня, с вами сэр Верти, и сегодня мы поговорим об угасшей империи фанатичных спиритуалистов. Угасшая империя фанатичных спиритуалистов, или Святые Стражи, вторая агрессивная империя после фанатичных ксенофобов, которые всегда держат свои границы закрытыми. Они не любят материалистов, киборгов и машин, а попытка колонизации одного из священных миров дает минус 200 к отношению с угасшей империей спиритуалистов. Они сразу потребуют освободить мир и в случае отказа нападут с требованием освобождения священного мира, унижением и убийством правителя. Если в вашей империи есть синтетики с гражданскими правами, Святые Стражи могут потребовать сменить политику на ИИ вне закона. Население миров Святых Стражей состоит из псиоников. В родной системе есть два мира – столица Божественный Трон, идеальный мир с размером 30 клеток, и храм Неба с размером 22. На этих двух планетах находятся уникальные постройки угасших империй, которые автоматически производят ресурсы без посторонней помощи, так и уникальные для этого вида империи, открывающие новые должности. Эти постройки нельзя воспроизвести на других мирах, но подлежат ремонту в случае повреждения. Для захвата этих миров потребуется убить 35 оборонительных армий суммарной силой 3К. Кроме столицы, на территории угасшей империи размещены и еще 4 случайных колонизированных мира. За пределами границ священных стражей находятся 4 священных мира. Модификаторы священных миров генерируются случайным образом, но название и идеальность остается неизменной. Их нельзя колонизировать, но можно захватить систему форпостами. Хотя, в случае пробуждения, угасшей империи спиритуалистов первым делом захотят забрать эти миры в свою территорию и колонизировать. Из оставшихся вариантов, другие империи спиритуалистов, используя бонус за стремление сакральные миры, тоже могут объявлять эти миры священными, получая бонус единства, благ и привлекательность спиритуализма. Ну а последний вариант это... Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Ты чё, хуёво тебе сказали, что ли? Дебил, блядь! Она тебя сожрёт, блядь, нахуй ты... Блядь! Сука! Ебан! Блядь! Взорвать священный мир, вызвав моментальное пробуждение священных стражей и объявление войны с целью сделать вас вассалом. После таких действий угасшая империя спиритуалистов начнет свой крестовый поход по захвату и вассализации галактики. Мощь угасшей империи спиритуалистов. Флот угасшей империи около 250к мощи, линейные крейсера и корабли сопровождения, вооруженные торпедами и плазмой. Около 20 линейных крейсеров и 40 кораблей сопровождения. Это число может меняться в ходе игры из-за постройки новых кораблей, особенно класса Титан или Колосс. Звездные базы от 50 до 80к мощи. Вооружение оборонительных станций под завязку забито плазмой. Наземные армии угасшей империи спиритуалистов состоят из армии псиоников. Во время пробуждения Святые Стражи получают дополнительный флот в 120к мощи и начинают активные военные действия по захвату всей галактики. У империй без материализма и машин может быть вариант присоединиться к угасшей империи в виде доминиона, уплачивая дань в виде 25% минералов, энергии и смены этик на спиритуализм. Доминион не ограничен в войне и постройке форпостов. Из минусов, Доминион не может получать защиту угасшей империи от других империй. Во время войны в небесах их галактическим соперником чаще всего выступают фанатичные материалисты, хотя могут быть и другие угасшие империи. Как победить угасшую или пробужденную империю спиритуалистов? Против угасшей империи спиритуалистов флот должен состоять только из линкоров, бронированные щитами и дополнительным здоровьем. Остальные типы кораблей, даже с ПРО, защитой слабо справляются с вражескими торпедами, ракетами и штурмовиками. В сборке линкоров стоит взять дуговой излучатель, одну нейтронную пусковую установку и все остальное кинетическая батарея. Для большей эффективности ставьте компьютер на дальность стрельбы и выбирайте адмирала с таким же признаком.
Для усиления урона можно взять бонус за стремление «Галактический соперник», повышая урон кораблей на 33%. В случае проблем с технологиями можно использовать облачные молнии. Для победы над угасшей империей суммарная мощь вашего флота должна быть от 120 до 200к мощи. Главное, старайтесь ловить флотилии угасшей империи поодиночке и не вести сражения возле их военных станций. Для захвата их родного мира всегда делайте подготовительную легкую бомбардировку, а затем высаживайте войска. Здание можно будет отремонтировать. Я надеюсь, это видео было для вас полезно. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и увидимся с вами в следующей серии. Удачи!